Одно из британских изданий включило Столбы в список лучших мест для отдыха в России. Авторы материала называют его одним из самых популярных туристических направлений в Сибири. Заманивают английских экстремалов в наши широты описанием высоких скал, как будто специально созданных для альпинизма. Жить британским туристам предлагается в небольших деревянных избушках, окруженных суровой сибирской тайгой. Добираться до заповедника предлагается самолетом через Москву или Санкт-Петербург, а по Красноярску передвигаться на автобусе.